Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил слететь на кэкдропчик. У меня на балике 30 тысяч 79 рублей. Этот балик у меня остался с прошлого видоса. Мы там подняли плюс 10 кусков за видос. Надеюсь, сегодня меня кэкдроп будет окупать еще лучше, потому что, ну, мы могли в прошлом ролике поднять больше, но я решил вовремя остановиться. Сегодня в идеале также сделать. Если хорошо поднимемся, то уже самое важное — это вовремя остановиться. А давайте со старта 2024 откроем 5 штук на 10 120 рублей. И в идеале, чтобы прямо в начале нас этот кейс хорошо окупал. Но что-то тут в начале падает говно пол, вообще нет, не, ну один окуп есть за 2500, но в общем-то это минус почти на 4000, неприятно. Давайте еще 5 штук, maybe со второй пачки из 5 кейсов что-нибудь пойдет. Так, ну тут падает Wildfire, неплохо, но уже побольше окупов, но это все равно минус будет, 7700, сука, еще 5. Мы уже 7000 слили, алло, 8300, не, этот кейс решил мне вообще ничего не выдавать. Но вот 11900 это хорошо, хотя бы пошли плюсы, еще 5, 10700, еще 5, так, 13200, вот, давай, вот так вот понемногу меня камбэчишь, и мы выходим в плюс. Ну, 9600, более-менее, но хотелось бы, естественно, получше, то продаем, открываем еще 5. Два пустынных, так, 12200, ладно, начальный балик мы почти вернули, теперь надо выходить в плюс, давай. Так, 9099, что-то меня подзадолбал этот кейс крутить, но мне кажется, он может выдать еще 5 штук. Вот, а, ну 10400, я просто увидел подтвержденку плюс Wildfire, думал, это будет точно окуп, но, к сожалению, нет. Так, 8600, ладно, давайте с этого кейса уйдем, крутанем, наверное, кейс с подарками. Хочу его попробовать, 5 штук на 5555 рублей. Так, лавки-чмавки, вторые тоже не прямо с завода. Вот если они прямо с завода падают, то они стоят по 2-3000 рублей. Но мне, к сожалению, не везет и падает говно. Короче, ладно, видос в плюсе мы явно не сможем начать. Но в принципе, ситуация все равно неплохая, потому что мы уже открыли все бесплаточки, а потратили всего от баланса первоначального 6000, что в принципе неплохо. Я думаю, сегодня мы сможем еще выйти в плюс. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят катать на гэгдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110, вы со старта будете в хорошем плюсе. А также за каждый депозитный рубль вам дают один спипоинт. Вы можете сюда вот в снежную битву зайти к акциям и потратить свои спипоинты на то, чтобы кидать снежки в рандомные окна и выбивать скинчики. А в среднем отсюда можно забрать еще где-то от 10 до 30% к депозиту. Иногда может повести, будет падать чуть больше, что-нибудь жесткое прям. Иногда может не вести, будет падать говно. Мне сейчас падает прям среди. С третьего что нам падает? XSM-ку первый раз вижу. Ну, кстати, когда по косарю падает каждый раз, в принципе, это неплохо. Изумрудные завитки. Ну, а 250 рублей чуть-чуть подкосило, это хреново. А последний нам выдает за 870 рублей. Ну, мы где-то процентов 15 депозита получили. Не то, что прям супер много, но на халяву все равно приятно. А также у них есть марафон, вы можете выполнять задания, подниматься в таблице лидеров и забирать призы. А еще барабан бонусов первый раз крутите, если просто регаете по моей ссылочке в описании под видео, а второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь у халявы тоже можете забирать. Так, ладно, мы полетели дальше открывать кейсы. Я предлагаю бесплаточки оставить на потом, мы их еще сегодня откроем. А сейчас тройнуть магический, посмотрим, как вообще мистери кейсы нам сегодня готовы выдавать. 1600 это хреново, 2300, потому что кейс стоит, надо выдавать плюс. 1100, понял, еще один. Что-то как-то меня сегодня кейсы сливают очень много. То 2024, то магический. Ладно, давайте тогда чуть-чуть рискнем. Откроем какой-нибудь красный, одну штуку за 5555 рублей. Ну хоть ты, родной, можешь мне выдать плюс, но я тебя прошу. Но подтвержденное убийство, если прямо с завода, то чисто теоретически, ну 4000. Хреново, еще один. Вот, фальш он кровавого Путина нам падает, 15056 рублей стоит она, и мы наконец-таки выходим в плюс, отлично. Ладно, сегодня как дропчик порадовал. На балике 33 тысячи рублей, и я думаю, самое время забрать всю халяву с бесплаток. Если что, пацаны, бесплатные кейсы тут открываются постепенно, в зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. И с элитного в идеале, вот гравировка, в принципе, 1003-4 вроде стоит, я же прав? Ну, 2600, но для элитного нормально. Конечно, можно получше, но, в принципе, сойдет. Так, у меня тут немного провис интернет. У нас МАК-10 не продался, нормально. 36 тысяч, мы его продаем. Давай, платиновый. Ну, если повезет, он может и 1005 спокойно выдать. То есть, у меня такое уже было. Но в среднем где-то 1000-2000 он выдает. Famous Джин, к сожалению, синий фосфор или фосфор, не знаю, как правильно, нам не долетает. 225 рублей. Не, ну, 225 это прям супер слабо для элитного даже. Ой, для элитного, для платинового. Ну, ничего страшного, ладно. Самое главное, что, в принципе, мы с элитного более-менее нормальную шмотку выбили. И что мы, в принципе, находимся в плюсе. Это тоже важно. Так, у нас остались последние 3 бесплаточки. Но сегодня по-любому 40 тысяч надо пробивать. В идеале, в принципе, можно пробить и больше. Хотя, если я буду каждый видос делать по десяточке стабильно, ну, меня такой результат тоже будет устраивать. Так, ладно, последний ржавый открываем. Пришелец падает на палике почти 37 тысяч рублей. Давайте сейчас попробуем еще раз 2024. 3 штуки на 6 тысяч. Как раз вот мы 6 тысяч подняли. И сейчас на эти 6 тысяч откроем кейсик. Первое говно, второе нормально, третье от качества зависит, но, к сожалению, минус. Давайте еще 3 штуки.
Так, а топливный инжектор, ну нет, ну вот это прям хреново, сука. Ну теперь мы от 40 тысяч очень далеко, давайте еще 3. Но не, он решил меня сегодня сливать. Ну что ты выдаешь? Ну не ладно, 12500 это нормально, еще 5. Ну 7700, но в основном это слив. В основном как будто этот кейс меня сегодня решил чисто сливать. И больше ни хрена не... Ну да, 6600, короче, давайте с этого уйдем. Попробуем сделать контрактик, посмотрим, как он нам выдаст. Сделаем на 6700. Ну в идеале 22 тысячи, чтобы на балике было 40 кусков. 200, спасибо, ну что происходит-то? Не, сегодня гагдроп решил меня прям тотально слить. Ну не идет вообще. Не, причем красный сегодня выдавал. Именно кейс 2024 сегодня решил меня тотально посливать. Апгрейд мы тоже проигрываем. Давайте карточку за 4000 вот сюда. 2400. Да что происходит-то? Я сегодня в плюс вообще смогу выйти. Короче, если я хочу откомбэчить, по-любому надо рисковать. Синий, одну штуку за 7777 рублей. Родной, пожалуйста, хоть ты можешь меня не подводить. Вот синий фосфор, сука, пролетает. Ну, снежный вихрь это говно, сколько? 1002 ты стоишь. 300, отлично. Еще один быстро. О, еще один снежный вихрь. Спасибо. 2700 нам падает. Ну, походу, мы все посливали. Мы уже даже не можем этот кейс открыть. Давайте красный одну штуку также. Радиационная опасность. Ну, 9000, хоть этот кейс сегодня нацелен выдавать. Wildfire, 5300. Ну, не так плохо. Десяточку мы вернули. Но нам надо тридцатку теперь возвращать. Ой, сука. Давайте зеленый за 8888 рублей. Ну, может, ты-то меня хоть сегодня порадуешь? Ну, как будто ж можно. Ну, ЦЗ изумруд. Я не знаю, сколько он стоит, честно скажу. Ну, наверное, плюс... А, 2800. 2800, сука. 2024 быстро открываем. Пустынный повстанец. Короче, мы, походу, сегодня весь балик слили. Причем начинали-то видос нормально. Вы тут смешивались. Смогли выйти в плюс. Красного выбили ножик. Но в итоге все... Не, ну ладно, апгрейд выиграли. Наверное, шансы еще есть. 8000, пока рано унывать. Давайте, я не знаю, желтый. Еще один за 6666. Ну что ты выдаешь? Ну хоть раз можно мне дорогой кейс хорошо выдаст. Ну, я не знаю, ну сегодня просто какое-то проклятие, сука. 6300, делаем контракт. Ну, хоть десятку выдай, я тебя прошу. Ты меня уже сегодня слил в контракте. 1800, я тебя понял. Я тебя услышал. Апгрейды 5000. Не, ну сегодня тотальный слив. Ну, я не знаю, или я дурачок играл неправильно, или просто анлука. Но VIP Colors сегодня, в принципе, мне выдавал кейс красный, мне ножик сегодня в начале ролика дропнул. Ну, 2024 мне. Короче, ладно, ладно, все. Сегодня мы, к сожалению, все слили, на этом заканчиваем ролик. Ну что, в следующем видосе в идеале все это дело камбэкнуть, отыграться и начать уже вот эти мои серии роликов, где я там с 10 тысяч за ролика 3-4 поднимаю по соточке. Вот это самые приятные серии роликов. Но после них обычно следуют вот такие вот черные полосы, когда ты через видос уходишь в мир. А это, конечно, ну, не очень приятно. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят катать на гагдропе, главное, включая голову, а не как я, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про SP-поинты, марафон, брван бонусов, бонусы, короче, халявы на сайте много. Мы, кстати, SP-поинты не все потратили. Или у меня тогда что-то залагало, но у меня еще 5000 осталось и падает с них 600 рублей. Ну, это особо мне погоды не сделает. Короче, ладно, мужики, заканчиваем видос. Всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Хоть и в видосе мы все просрали, но чтобы меня просто поддержать, как будто лайк, подписку и комментарий поставить можно. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.